Ребят, всем привет. Сегодня вот, в принципе, я снимал, вот еще съемочка, получается, в 18:00, то бишь в 6 часов вечера. Сейчас вам скажу, прошу прощения. Получается, блин, организовывают сегодня гонки в Лас-Вентурас, я понимаю. Получается, будут какие-то там призовые места. Ну, кстати, первое, по-моему, место, кто займет, выиграет. Сейчас. Так, это. Тык-тык-тык. Тык. Кстати, да. Так, Тимуру Гутоверу передать, пожалуйста. Тогда понимаю, привет. Никите Эклипсу передаю привет. Он подходил, спрашивал у меня, снимаю я или нет. Так, закрыли свою машину. Так, тут у нас получается владелец, не написано кто. Короче, будут участвовать вот такие вот у нас автомобили. Алекс Рич. Так, 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 так. Ламборджини. Это что у нас такое вообще, кстати? А, Пагани Зонда. Так, у нас, кстати, походу большая, я говорю, быстрая машина. Так, ламбордики. Это что у нас такое? Феррари F40. Вот даже Dodge Challenger. Сейчас. Changer, во, правильно, вот так вот будет. Так, Ferrari, блин. Марселага, Ламборджини, в принципе. Как-то так вот интересно будет посмотреть на это все. Кстати, да, это вертушки, я так понимаю, вертушки будут снимать этот весь процесс. А вот у нас главный победитель получит вот такой вот автомобиль. Ну, так. Porsche GT3. Ага, Team Elite Cars. Вот спонсор проведения вот такого конкурса. Владелец Team Elite Cars. Я так понимаю, это, блин, вроде бы как, блин, ну эти тюнинг, короче, я не знаю. Вроде так. Так, ну в принципе. Так, у нас тут забороняк, сходняк. Будем смотреть, что там у нас будет дальше. Я вам покажу сейчас трассу, что тут вообще будет. Самому интересно. Я так проехался немножко с краю, посмотрел на эту всю движуху. Все позакрывали свои шторы, поподнимали стекла, чтобы их не видно было, кто сидит за рулем. Это правильно. Посмотрим. Ребятоньки будут тихонько. Организатор кольцевых гонок Джо Барбара. А этого, кстати, парнишку, вроде в него, кстати, кабана попал в свое время. Они походу там выезжают. Думаю, все правильно. Я поехал вообще не туда, не в ту сторону. Так, это кто у нас такой? Касума Саммер какой-то, тоже зелененький. Вот здесь они, по идее, выезжают все, и огонь трасса. Ну, оттуда приезжают и заезжают вон туда. Вот здесь, я так понимаю, я не знаю, сейчас посмотрим, правда, что она будет, как эти гонки будут идти. Сейчас проедемся, давайте. Это вот у нас идут фишечки, вот эти вот все преграды. Так, едем, ага, вот по кругу. Просто интересно, что, куда, как вообще идет дальше дорога. А вот, кстати, горит уже красный какой-то маячок, я не знаю, что это с собой представляет он. Сейчас посмотрим. Так. Кольцевая вот началась, в принципе, как вы видите, где она, походу, не полноценная, а будет частичная. Сейчас посмотрим. Так, там мы что-то, она уже закончила. А, не, вот есть дальше, вот вот эти вот знаки, все ограждения. Топим дальше. Не, кстати, большое, да, будет кольцо. Я думал, частично вот это вот где я выехал. И все. А ну сейчас посмотрим. Хорошо, если мы идем по этой полосе, я так понимаю, будет их разделять вот этот вот отбойник. Как бы левая часть. Там будет один, и здесь будет второй игрок. Посмотрим, правда, что оно будет собой представлять. Так.
Идем, катим дальше, наваливаем. Хорошо. Ну вот здесь, смотрите, я не могу здесь немного понять фишки. Хорошо, вот здесь. А, они будут, наверное, по ходу ехать по внутреннему кругу. Ну да. Как-то не вариант будет идти. Тут вот преграды по левой полосе. Можно и впилиться. Да ладно. Привет. Всех, если вы будете мешать специально, вы будете сидеть в тюрьме. Покиньте трассу, окей. Окей. Ладно, я сейчас сюда так паркануть. Здесь можно? За КПП. Куда это, блин, за КПП? Че, ладно, давай, Алекс, поставим где-то здесь свои дрочебалки. Бляха-муха! Это ж надо было вжахнуть машину твою налево. Так, ладно, все. Тихонечко, тихонечко, не ударь машину мою. Спасибо тебе огромное. Все, побежала. Посмотрю, что там дальше. Чик. А где смотреть можно? Кхе-кхе-кхе. Прошу прощения. Прощения. А где можно наблюдать? Но где можно это все наблюдать, смотреть? Тут стойте, спасибо. Так. Данил Тыртыр, Джо Барбара, Тедди Тедди. Тедди Тедди, Тедди Тедди. Смотрим так. Иван Белов, Сева, Ади, Дарк, 21. Блин, я не помню. Сейчас надо спросить. Мне нужно реально срочно, срочно третье место для автомобиля. Я хуй знает вообще, где его найти, где нарисовать вообще все дело. Поэтому сейчас будем вырисовывать так вот как-то таким макаром через знакомых, через людей. Так, ладно. Вот уже вертушечка летает. Космачета. Так, Ярослав Живяков за рулем. И... А, участник Тети Теди. Наверное, это... Так, это... Валерий Бугаенко, Миша Блэк. И админ. Не, ну админ, конечно, красавчик. Блин, ну спустись ты уже на землю с небес. Слушайте, красиво так именно этим, да, управляет вертолетиком аккуратненько на ровном месте все. Прикольно, мне нравится. Что-то, ну, перегревается, блядь. Жарюка у нас такая ужасная. Надо что-то подставить, куда хрень. Как-то так вот все стоят. Движушечка смотрит. Едешь два круга. Не понял. Я не понял. Охренеть. Я так понимаю, это Валера Бугаенко ушел, да, на своей погоне зонда. Ну блин, по времени, короче, засеку потом, если что, сколько же он пройдет этот круг. Аж интересно. Бля, сейчас пока его нету, мы посмотрим. Бегом, бегом. Сворачивайся. Секундомер. Блин, а вот.
Старт, ёб твою мать, он уже пошел. 5 секунд, 6, ну пускай с опозданием, пускай секунду в плюсе возьмем. Ну теперь ждем. Круг он сделал, прошел. Офигеть. Я что-то не думал, что здесь такие реально машины быстрые. Охренеть. Просто вообще в шоке. Так, ну-ну-ну. Где он там выехал, не? Не видно еще. 40 секунд человека нету. 45. Пятьдесят. Так, 59, 60 секунд. Ну, как я понял правильно, вот так вот у меня получилось 60 секунд. Ни хрена, она большая, так прячемся. Не мешаем водителям. Офигеть. Ну, это второй круг, типа, получается. Фу, нужно было два этих самых круга, потому что первый круг он только пока стартанул, пошел. А второй круг уже получилось то, что, ну да, вот 59-46. Ну там пускай 60 секунд где-то вот так. А второй получается, круг он сразу же, можно сказать, проскочил мимо, даже не нужно было ему там ни с места, он не трогался. Ну, ты открой уже стекла, что ты опусти их, кто спрятался там. Блин, ребята, как этот ник мне получить? Ой, ник, говорю, этот, скин хочу получить. Бородача. О, кто-то полетел уже куда-то. Слушайте, я пойду сейчас. Короче, хочу продать либо гелика, либо кабана. Мне говорят, продавай кабана, гелика можно еще купить. Просто такая тема, потом что в следующем видео уже вам все расскажу, покажу. Так. Мужики, кому нужен гелик или кабане? А еще раз повторяю, вы едете два круга, внутренний и внешний. Продам гелик. Так, ладно, ну морды подними, ламба не нужна. Сначала по встречке, так, ты мне, пророк просто, так, ладно. Косум сам, давайте еще, блядь, наебните машину, бегайте. Туда-сюда и обратно, а может, да. Так, ладно. Ой-ой-ой, где-то кто-то уже подъехал на чем-то там таком. Это что за автомобиля такая? А, это тоже будет участвовать, да? Роман Петров. Петров Роман. А, Никита Эклипс, который передавал привет. Вот он у нас сейчас будет где-то. Где он? Сейчас, ребята, прошу прощения. Никита Эклипс сейчас будет ехать. Ламборджини Марцеллага. Да. Да тут конкурс такой, гонки такие, надо же. Кричит, сказали же. Что это? А, что его тачка будет 700 с плюсом валить. Он буга себе может какого-то подкрутить дальше, он же не мешает. Ну, посмотрим, давайте так посмотрим, как он будет с места рвать, мне же самому интересно. И чё он не садится у меня, букву С нажимаю. Ну что? Как он с места, интересно, уйдет? Ну давай. Ты идешь или нет?
Я стою нормально, не надо на меня так смотреть. Да блин, что ж такое? Нормально. Блин, ну чё? Да что ж такое, ребят? Никитос. Скажи это что-то. Ага, 3, 2, 1. 1, 2, 3. Пошел. Никитос, давай, Гарри, пошел. Меня Бугаенко, конечно, вообще отвалил. Оу-оу-оу-оу-оу. Ладно, это все мы посмотрели, в принципе, такое дело. Ладно, посмотрим, что там еще может кого-то. Сейчас клиента себе найду, покупателя на тачку. Не лагай, не лагай. Кабану, кому нужен кабан? Гелик, гелик, кабан, кабан, гелик. Продам гелик. Так, ладно. Данил Хастлар. Организатор Никита Михеев. Чик, чик. Ладно, хрень это все. Невыносимо. Я думал, они типа движухой попрут, там друг друга будет, там кого-то кто-то разобьет, еще что-то. Так все культурно. Ладно, будем ехать, короче. Продам гелик. А, завести надо. Ребята сейчас скажут, нахуй тебе надо, нахуй нам надо, заводится. Так, мы аккуратно. Чё, на него? А, рядом садится. Никита Эклипс, красавчик. Красавчик Никитос. Ладно, ребятки, мы уехали, короче. То есть я уехал со своим геликом. Возвращаемся домой. И что это такое? Как объехать? Как я так понимаю? Офигеть. Никак. Пипец. Че, поехал я тем путем, которым сюда приехал. Сейчас у нас Джон Стар тут, да, тут. Джонни, только извини, блин, получается фигня такая, что я как бы тачку выиграл. Сейчас. Тут. Но мне нужно продать авто. Так как блин, тут на у меня так два авто сейчас продам и напишу. Окей. Да что ж за говно такое, блядь? А, ёб твою мать, надо ж не так писать. 39. Да. Но у меня два авто. Сейчас одно продам и напишу. Джон Старс, это тот же самый, который сегодня на него немного ругался, даже немного, это неплохо. Ну, парень казался вот таким вот правильным, это рандомно, чем дом себе положен. Вот и все. Что за авто?
Так, PM. Мы с ним. Может быть реально. Ну, в принципе, если что, может им реально кабана сейчас. Кабана мне продашь. Ладно, давай тогда как сделаем это все. Так, пьем. К автошколе, да. Так, едем к автошколе. Я просто сегодня охерел вообще реально. Блин, ребята, я просто в шоке. Если что, если человек даст добро, я даже его... Дорогой салон. В автошколе. А, дорогой... А, я понял, где это. По-моему, вот здесь. Так, прошу прощения за... Не по ПДД, как сегодня. Влад мне написал, но... Влад, извини. По-другому я просто никак не могу. Я просто 2 недели, когда вот играл, даже 3 недели назад. Так это, там получалось так, что кто-то уехал, кто-то приехал. Что ж за машина такая? Блин. Смотри. Я с гонок. Кабан в гараже. Гоу. А, пригнать. Им еще одного победителя. Давай, так, ладненько, давай тогда, поехали. Все. Сейчас буду. Так, он разберется с ним, он, по-моему, там денег. Там получается второе место, получилось 350 кусков, вроде как. Если я правильно помню, если я не ошибаюсь, 350 кусков, второе место. А третье, по-моему, там дом, ну что-то так название такое было. Вроде как неплохой там типа участок, дом хорошо, что такое. Ну а машина, блин, которую я выиграл вообще, я даже не мог поверить в это. Я не знаю. Что точно за машина, что там за автомобиль такой прям. Я думаю, неплохой. Может быть, даже тот самый автомобиль, на котором он меня сегодня обижал, зелененький. А может и этот, на котором он приехал, я честно не помню. Ладно, сейчас посмотрим, сейчас, короче, поеду. Елю заберем. Елю кабанчика. Елю оставим. Поехали, давай. Ребята, они сейчас заедем. Так, это ставим, глушим. Так, тык открываем. Вылазим. Это не закрыл, открыл, чтобы закрыть Mercedes G65. А этот, походу, я открыл. Не. Открывайся, а этот. Так, красавчик. Ну все, будем с тобой прощаться как-то так вот. Ты прости за все мои погрешности, может я тебя обижал, конечно. Ну что ж. Красота требует жертв. Так. Мне он, конечно, очень нравился. Реально. Да я и валил, в принципе. Ух ты, как ты классно заехал. Блядь, да ну не лагай, твою мать. Ну чё, с какого хера оно лагает? Сука, лагает. Едем, короче, так, все включаем, едем быстро уже. Блядь, логи, логи, сука, ты чё ж, блядь, паралич. На красный пульхер. Да. Так, и сюда, да, все правильно, дорогой автосалон. Так.
кто знает, на одном там сервере говорится. Чик-чик. Встаем. Почем это у меня дашь? Сколько хочешь. Вот заплатишь. То есть, ну, действительно, как-то так вот. Сколько заплатишь, столько и это. Я не знаю, босс. Так и я не знаю. Он просто... Что? Был... Он просто... Не купить. Давай, короче. Хош. Все равно. Короче, давай свою цену. Я не знаю, но я грибу сколько тебе. 30 000. Ого. Вон, с вами обмен, вы согласны? А какой обмен? Ну... Выберите, чтобы предложить. День машины, деньги машины. Мерседес. Блядь, я номер, сука, не помню. А, 028... А, о, 284. Точно? 6. А, СК-61. Все правильно. Ламборджини, принимаю. Охренеть, пожалуйста, не забудьте. Ого. Ого. Спасибо. Ты уж извини. Я в шоке. Вот это оно? Это оно? Охренеть. Охренеть. Я, блядь, в шоке. ЛП-700, а что это за... Это она быстрая машина или нет? Короче, поменяться на кабана, ребята. Ну, я просто в шоке. Она, так она... А сколько она едет, интересно? Я даже не знаю. Она, не... Я не успеваю. Просто не успею разогнаться на ней. Блин, так они на ней даже не поездишь толком, она же низкая, капец. Что-то я выиграл, ребят. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вы что, ё-моё, как на ней можно вообще ездить? Она дурная, она просто... А, ещё и пристегнуться надо. Вот я красавчик. Такой наедуся, не пристегнутый, на такой машине, блин. То, что ты так летишь, как на ней можно ездить? Ну, я вообще просто жирный чувак. Да, кабан такой, это прошлое уже, я на нем и так откатался сколько. Оно жалко кабан. Я не знаю, у меня вообще такие, знаете, вот машины уже приелись, они прям как приелись при это. Это вот уже привык, то ли, я не знаю. И как-то мне не хотелось сильно разлучаться с этим. Что? Я тебя не слышу, ой, сори. Ага, уже квитер. Кальтер, квитер. Это не важно, ладно. Попробуем. Блин, я не разогоню ее. Я еще подлагиваю. Ладно, давайте запаркуем сначала тачку. Бля, я кидаю. Ой. Тихо, тихо. Не лагай, я тебя прошу. Что ж ты такой лаганый? Короче, у меня гелик, блядь, у меня ламборджини. Марс, я просрал свой. Да ладно. Ничего страшного.
Наверстаем упущенное. Так, это... Ой. Это вот... Блять, это закрой нахер или открой, что ты делаешь? Закрыл. Мне нужно... О, вот так вот. А, нет, 100, 150, 70, 70. Надо парк написать. Парк. Точка спавна автомобиля установлена. Все, за шейбончики. Мне это все просто очень нравится. Теперь свет. Вылазим. Чтобы закрыть 2015 года Lamborghini Aventador LP700. Я в шоке. Я просто в шоке, ребятоньки. Встречайте меня на обновленном автомобиле. Это мой прошлый кабан превратился в Lamborghini Aventador. Или Aventador. Ну как-то так, если правильно. Я не знаю, как я правильно там его называть. Потому что мне интересно, какая у него максималка. Я хуй его знаю, какая максималка. Как-то так. Мы это будем ездить, ребята, короче, морды бить на этом автомобиле. А на этом будем ездить чисто по объездной Лас Вентурас в третьем городе. Или как там, или во втором. Ну там, где гонки проходят. Чисто вот так вот. Так, ну все, ребят, спасибо за просмотр. Такая серия насыщенная была. Все, всем покасики, покасики.